добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в Hearthstone, и сегодня мы поковыряем эту игру и наших врагов очень странной колодой. То есть сейчас по мете ходит колода Burst Damage с рогом, в которой мы можем с одного-двух ударов убить врага. Без проблем. Но там Эдвин Ван Клифф, что легендарная карта Рога. У нас там Лирой Дженкинс, что легендарная карта просто. И ни того, ни того у меня нету. Поэтому я попытался собрать тот же самый Burst дек, но более или менее бюджетный. Итак, подготовка у нас. Это очень дорогая карта, фу, мне пришлось потратить кучу мана, кучу пыли на нее. Удар в спину, шаг сквозь тень, которая у нас комбинируется с командиром авангарда. По идее, она комбинируется с Лирой Дженкинсом, а то есть мы выпускаем Лирой Дженкинса, он выскакивает, наносит урон, и мы его возвращаем в руку, потом он еще раз выскакивает и наносит урон. Такой прикол. Здесь это должно получиться с командиром авангарда, я надеюсь. Так, следующее. Шаг сквозь тень, замаскировать, коварный удар, смертоносный яд, хладнокровие, отравляющее потрошение, шквал клинков. Любительница маны — это та девушка, которая, по идее, на которую у нас все надежды, потому что у нас куча заклинаний за 0, 1 и 2 маны. То есть мы ее выводим, она выживает каким-то хитрым образом. И потом мы наносим кучу урона. Вер клинков, клинок убийцы и гоблин аукционист, чтобы просто тянуть еще больше карт. И вот так вот. Я ничего не гарантирую. Давайте просто попытаемся. И да, я буду на обычной арене играть, потому что на рейтинговой лестнице меня порвут жестоко. Я не пойду с этим деком туда. Это экспериментация. Это нужно поэкспериментировать. Притом я сейчас на рейтинговой лестнице добрался до 12 уровня. И знаете, где-то там на 17, на 18 можно еще побаловаться. Здесь люди уже не шутят. Здесь они играют, как будто это не игра, а что-то серьезное. Так что, да. С экспериментациями тут особо не побалуешься. Жрец. Не очень. Очень. Давайте все уберем. Давайте просто получим новую руку, посмотрим, что у нас будет. Но это было очень не очень, потому что жрец, это плохо, он может лечиться. Он может вызывать неприятных существ. Он может воровать наши карты. Да, обычно это неприятно все. Так, давайте скажем здрасте. Давайте пойдем дальше. Приветствую тебя. Ну что ж, давайте посмотрим просто, что получится. Я не знаю, я сыграл две игры, я более или менее отрегулировал колоду, посмотрел, где в ней особо большие слабости. Но она все еще такая, она шальная. То есть я одну игру выиграл, потому что мне повезло. Другую игру проиграл, потому что просто жестоко проиграл. То есть без вопросов. Знаете, иногда бывает, ай, я проиграл. Бывает, ну ничего. А там так, меня... Просто в пыль. В пыль? В пыль. Что такое за три маны сыграешь? Противный-то наш. Чудесно. Вот чего мне еще не хватало. Товарищ с моими картами. Давайте тогда потянем так. Сделаем так. И я понадеюсь, что у него нету узика. Пойдем дальше. Я его не буду бить, я хочу на его существо это использовать. Или, например, шквал клинков сделать. То есть, чтобы зачистить стол. Окей, я не против. Он это впустую бросил. Это ему не пригодится. Замаскировать, удар в спину, шквал клинков нет. Давайте просто уберем его со стола. Да? Давай да. Начнем. Хорошо. И... Нет, я ничего не буду играть. Мне нечего играть. Идем дальше. Так. Слово силы щит. Окей. Щит. Полнейший щит. Так, у нас есть потрошение, которое мы можем с гоблином разобраться. Но по идее смысл этого дека в том, чтобы быстро-быстро просто убить врага жестоко. Так, поэтому давайте сейчас сделаем так, потянем новую карту. Любительница маны, хорошо. А здесь ножиком его убьем. Пускай у него мелкая тварь выходит. Так или иначе нужно разобраться.
и пойдем дальше. И хорошо, любительница маны. И вот я сейчас подумываю, по идее, любительницу маны было бы очень важно спрятать за танком. Немота. Но это не страшно, потому что это все еще существо на 4-4. Это мертвое существо на 4-4. Не, ну, по крайней мере, у меня очень мало существ, которые он может получить. Я чувствую вкус маны. Ага. Это нехорошо, так, тихо. Каждый раз, когда вы... Да, это... Парень, ты просто не знаешь, у меня ровно 3 существа в колоде. Ты потянул самое слабое, мне повезло. Так, что мы сейчас сделаем? Интересно. Он умрет, парень, он умрет. Я его хочу использовать именно с... А вот, шаг сквозь тень, вправду. Что это я? Так. Хорошо. Победа или смерть. Так. Все. Ха-ха! Мой план работает, более или менее. Хорошо, я так могу более или менее контролировать стол, это весело. Так, он сейчас, да, он сейчас его полечит. Притом, он сейчас его еще улучшит, к тому же. Это не очень, это очень не очень. Так, это у нас один урон, это потрошение, это маскировочка. О, вот что нужно сделать. Любительницу маны, а потом ваше существо получает способность маскировки до следующего хода. Вот как это нужно сделать. А то есть сейчас вот так. Хорошо. Интересно. Я чувствую вкус маны. А, маскировку на нее. Отлично. Теперь вот это сюда. Хорошо. И давайте его шлепнем по голове. Подождем, посмотрим, что он захочет сделать. А мы будем готовиться к... Я не знаю, к чему мы будем готовиться. К чуду. Будем надеяться на чудо. Вот что мы будем делать. Так, хорошо. Идем дальше. Окей. И... Что он может сделать? Он может ударить светом на 2 урона, по-моему. Он может полечить. Окей. А, твою потрошенническую. Мат. Удар в спину. Хорошо, то есть, что я могу сделать? Я могу сейчас сделать удар в спину, потрошение, веер клинков, отравляющий укол. И у меня... На это хватит... У меня даже на это хватит маны. Но что мы сделаем первое? Так, мы можем потянуть карту и потянуть карту. Хорошо, давайте... но, нет, подождите. Нужно сначала удар в спину, так? Хорошо. Теперь... Веер клинков, так. Хорошо. Шквал клинков — это не та карта, которую я хотел получить. Так. Хорошо. Коварный удар. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте, сколько той жизни. Окей. И потрошение. Конечно же, на врага. Вот в чем прикол этой колоды. Видите? То есть, если правильно все сделать, то можно человека убить за один ход, если повезет. Я еще просто полностью не разобрался в ней. То есть, может быть, нужно сидеть подольше, удерживать больше карт, копить их, а потом бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам и убивать. К тому же, это еще жрец, так что он лечится. Фу таким быть, жрец. Так, хорошо, давайте сделаем так и просто ударим его в лицо. Мя. Ага, и я понял, наконец-то, зачем это скрывание. То есть нужно выводить любительницу ману и сразу же ее прятать, чтобы она выжила до следующего хода. Так, он начинает лечиться. Это плохо, видите? И теперь мне нечего сделать, я не могу догнать его. Как бы с ним... А! Окей. Окей. Это лучше. Это уже лучше. Так... Хорошо. Хорошо. Может. Может быть, я успею. Кто его знает? Так. Любительница маны, дорогая моя. Твою налево! И вот почему никто не здоровается с жрецами. Никто их не любит.
Так, может быть сейчас шквал клинков ударить? Он мне... Так... давайте понадеемся на то, что у меня, не знаю, замаскировать. Я, конечно же, не переживу этого, но... Да, я это не переживу. Ну ничего, давайте сделаем все, что я могу сделать. Так. А, он тоже получает урон от шквала клинков. Окей, это нужно помнить. Давай начнем. Да. Всё, это было. Это было неплохо сыграно. Вот вы дайте, неплохо какой сыграно. Палец я ему показываю за контроль разума. Абсолютно неприличный палец. И вот видите, то есть у этой колоды прикол. Это такое, что так ха-ха! И смерть тебе пришла! Водолаза. Жестокая. Но, да. Выиграть тоже непросто. Давайте пойдем еще раз. Хорошо. То есть так, чтобы повеселиться просто. Конечно же, можно, например, страдать от того, что нету нужных карт в руке. Долго, слишком долго нету нужных карт в руке, и все, и больше ничего не можешь сделать. Или слишком рано потратил все карты на контроль стола, не можешь нанести достаточно урона врагу, что у меня сейчас, по идее, произошло. Все это может случиться. Но нужно. Нужно попытаться. Потому что обычно в таких экспериментальных колодах у нас. Если, ну, конечно же. Не постоянно выигрываем, но когда выигрываем, вот тогда ржем и абсолютно довольны. Так, хорошо, давайте подготовку уберем, давайте смертоносный яд оставим, потрошение уберем. Я надеюсь на спрятаще... ножик, я не откажусь. Он мне как раз был бы очень нужен тогда, когда я сражался против жреца. Мне тогда бы очень пригодился. Так, хорошо. Что я могу... Я сейчас... А нет, знаете что, я сейчас потяну свой маленький ножик, и все потому, что я могу на следующий ход выпустить яд, и тогда убить всякую гадость, которую он выпустит на стол. И жрецы, они любят мелкую тварь выпускать рано на стол. Без комментариев. Без комментариев. Ну что, окей, хорошо, раз ты... Давайте в него камнем запустим. На! Ну я, по крайней мере, не ошибся. Да, он выпустил гадкую тварь на стол. Она мне сломала оружие, но... Как жалко, что оружие не считается заклинанием. Было бы очень приятно с подготовочкой его соединить. А так... А так ничего не делаем, просто убиваем этого гома, вызываем себе новое оружие и идем дальше. Так вот, жестоко. Один выстрел, один. Понятно. Мы должны очистить солнечный колодец. Но, с другой стороны, по-моему, у него нету танков в этом деке. То есть, если это именно то, что я думаю, то есть Rushdown дек, то у него нету картов в этой колоде. Так, хорошо. Картов. Танков в этой колоде нету. Так, и с кем мы сейчас расправимся? Мы можем сейчас сделать так, отравляющий укол. Просто с одним из них нужно расправиться. Интересно. Давайте сейчас с ней расправимся. И видите, вот это то, о чем я говорил. А то есть сейчас можно потратить слишком много карт на попытку контролировать стол. И этого, может быть, не стоит делать. Может быть. Точно не знаю. Давайте посмотрим. Так. Я просто сейчас думаю, что яд можно было бы оставить до того времени, когда он выпустит кучу существ на стол. И тогда сыграть веер клинков, или как там эта штука называется, и убить их всех направо и налево. Так, давайте тогда сыграем вот так вот. Хорошо. И... подготовку яд, чтобы убить ее, чтобы она не стала слишком жирной. Можно было бы. Хотя она не станет слишком жирной. Давайте просто ткнем его в лицо. Пойдем дальше. Давайте посмотрим. Вот если я проиграю этот матч, то, по-моему, это переломный сейчас момент. То, что я пожадничал.
Ну, посмотрим. Жалко. Конечно же, жалко. Но дворф... Хорошо, что он ушел. Так, где мой Верклинков? Не Верклинков, а как там? Шаг сквозь тень, это мило. Это можно, конечно же, с командиром авангарда сыграть. Что я, скорее всего, и сделаю. Это слишком веселая комбинация, чтобы ее не использовать. Так, а то есть... Хорошо. Ага. Вернись, я все прощу. Идем дальше. Хи-хи. Представьте, то же самое, но сделать с этим, как его, с Лерой Дженкинсом, которого можно, если 10 маны, можно дважды выпустить. Это обалденное ощущение. Так, это... Спрятать мне ее нету возможности. Я могу взять большой клинок просто. Я могу воспользоваться опять командиром авангарда. Давайте. Не хочу терять слишком много здоровья, потому что я сейчас вот от этого товарища потеряю слишком много здоровья. Хорошо. И знаете что? По-моему, он не сможет. Он пойдет на товарища с авангарда, он не будет нападать на мою мелкую, и тогда это будет его ошибкой. Последней ошибкой, которую он сделает в своей жизни. Та-та-та-та. Что-то вроде этого. Так. И, по идее, нож, и потом раскачать ее можно было бы убить. А, с ядом, да, раскачать было бы классно. Так, давай. Сделай ошибку. Окей. Хорошо. Сейчас большой вопрос. Могу ли я его убить в лицо? Так, делаем так. Клинок убийцы. Хорошо, раз. Теперь у нас заклинание, да, по-моему, яд. Хорошо. Следующее заклинание будет 0 стоить. А то есть теперь яд. Хорошо. Теперь это так. Теперь так. Хорошо. И... Уп! Уп! Вот он кайф. Вот он кайф от шикарного хода. Тебя от комбо-бомбили, товарищ. Тебя от комбо-бомбили. Если бы он решил проконтролировать кого-то из них, может быть, у меня это тоже получилось. Но то, что он пошел прямо в меня, это была его ошибка. Ну, кто его знает, может быть, нет. Он как бы, он как всегда недооценил вот эту вот мелкую тварь, которая может стать огромной, если много заклинаний набросать. Так, ну и мне, конечно же, повезло с ядом, с оружием. Это мне совсем повезло, и от этого кайф. Хорошо, Валира и Валира. И знаете, тут я могу наткнуться на такую же колоду, только нормальную, с легендарными картами. И будет грустно. Так, хладнокровия нет, командир авангарда. Давайте любительницу мана оставим. Понадеемся на... Так, возможность ее спрятать. Нет, пока что нету. Ну что ж, хорошо, просто говорим здрасте. И ждем, пока что-нибудь хорошее с нами произойдет. Мое почтение. Так, давайте... подавим дыни или что это такое, арбузы. Делать было нечего, дело было вечером, просто идем дальше. Как раз монетка, она может бафнуть любительницу маны, это нужно помнить, может быть, стоит монетку оставить в руке. Так, ножик, хорошо, сейчас пыркнем друг друга ножиком. Чудесно, это хорошее начало отличной дружбы. Идем дальше. Конечно же, то, что у меня 10 карт максимально... Если бы я мог набирать бесконечное количество карт, то это было бы чудесно. За один ход убийство — это всегда приятно. Но нет. Так, и... Да? Именно так? Именно хорошо. Окей. Тут я жаловаться не буду. Ну да, по идее, больше делать нечего. Давай начнем.
идем симметрично, летим. Так, стая. У меня 8 карт, еще можно 2 потянуть. Так. Хм. Смертоносный яд. А то есть ее выпускать просто так вслепую нельзя. Хорошо. То есть он сейчас будет комбо-бомбиться. Мне бы сейчас яд, которого мне не дадут. Но я... Ах, нет. Веер клинков и, например, шквал клинков не получится. А нет, у меня 5 маны. У меня как раз. Хорошо. А то есть я могу сделать так. Так. Хорошо. И... Да, давайте шквальнем. Хорошо. Все. Чудесно себя чувствую. Потратил кучу карт, чтобы победить одну карту, но... Намана. Идем, живем. Самое главное — жить. Самое главное — словить тот волшебный момент, как и в прошлой игре. Тот волшебный момент, когда мы снимаем 22 здоровья врагу за один ход. Так, много вариантов. Да, много вариантов. Когда играешь рогом, всегда очень много вариантов. Это то, почему я не играю рогом, потому что я боюсь его. Слишком много шансов допустить жестокую тупую ошибку. Так, коварный удар. Что мы можем сделать? Мы, по идее, я его убить... Нет, я могу, например, взять свой ножик. Я могу нанести ему так. Хорошо, начнем. Убрать его со стола просто. Хорошо, и на этом закончится. Отлично. Я мог бы сыграть, например, гоблина-аукциониста, но я не хочу его играть впустую. А то есть я хочу его выпустить, сыграть какое-то заклинание и сразу же потянуть с ним карту. Потому что обычно он любит умирать. Сразу же, очень-очень быстро. Так, клинок убийцы. Эй, вот теперь тебя люблю я. Давайте возьмем его. Давай начнем. Хорошо, вот теперь мы можем догонять. Потому что у нас 3 заряда на 3 урона, а у него всего лишь 1. Мы можем сейчас потыркаться ножиком. Мне это надо. По-моему, мы сейчас всю игру тыркаем друг друга мы ножиком. Должны очиститься очень занимательная игра. Так, шквал клинков сейчас, конечно же, меня не радует, потому что сейчас терять здоровье свое я не хочу. Но, может быть, это... то, чем стоит заняться. Я могу сейчас ему в лицо ударить на 3 урона, потом шквал клинков почистить стол. И вот, смотрите, я сейчас гоблина-аукциониста выведу. Так. Теперь сделаю так. Шквал клинков так. Потяну карту. Хорошо. Уберу у него со стола всякую гадость. Все. И мы пойдем дальше. Отлично. Я за шквал клинков, а то есть я, получается, сделал 3 урона ему, и потом еще 3 урона нанес шквалом клинков. Так, сейчас он словит еще 3 урона. 4 урона от нашего акциониста. Или у тебя есть комбо-бомба? Нет. Да. Пушит, урон. Хорошо. Так. О, это шаг сквозь тень. Я жду все, когда можно будет любительницу маны выбросить на стол. Но пока что мы берем нашу пыркалку и начинаем его дальше пыркать. Так, потрошение. Можно было бы сейчас яды всякое такое сделать, но я не хочу. Я надеюсь на какой-нибудь хороший ход. Давайте пойдем дальше. Так, хорошо. И... как бы мы можем его убить за один ход, если у нас хорошо все пройдет. С другой стороны, он нас тоже может убить за один ход, если у него все хорошо пойдет. И у него все пока что идет чуть-чуть лучше, чем у нас. Потому что, видите, вот идет. Так, спрят потрошение. Двойное потрошение. А то есть это 4-4-8. У меня нету существа, которому я могу дать хладнокровие. Подготовочка. Коварный удар наносит 3. А то есть 3. Господи, неужели у меня... Интересно. Так, смертоносный яд. Я сейчас перестал считать, но... Раз. Сейчас просто посмотрим. 2. Давай. Есть!
Есть! Хорошо! Хорошо! Есть, все. И давайте, давайте еще одну игру сыграем. Так, хорошо, все, все. Это, тут нужно, нужно считать в этой колоде, это меня пугает. Я не очень люблю это делать. Так, давайте я долью себе чайку. Опаньки! Так. Хорошо, пока ищем человека, можно потратить время на чаек. Всегда приятно. Всегда стоит этим заняться. С нами никто не хочет играть. Нас все бросили. Нет, нет. Кто-то лезет. Валира! Так. Утер! Окей, хорошо, Утер. И знаете, что я думаю? У меня самая большая слабость — это танки. То есть любой танк, который выходит на стол, нам просто портит наш праздник. Так, окей, идем дальше. А то есть у нас есть зачистка стола на 3 урона. Так, давайте скажем дрясти. Мое почтение. И пойдем дальше. Так, что это за карта? Фу, не люблю эту карту. Слишком хорошая она, слишком хорошая. Так, ну что, будем? Давай начнем. Я просто не хочу, чтобы он ее... На нее... Не проклятие, а баф королей, или как там эта штука называется, бросил. И просто, чтобы она стала 5-5 со щитом. Никому не хочется, чтобы это случилось. Шквал клинков — это, по-моему, перебор. Давай, будет. Давайте убьем ее. Возьмем тоже и пойдем. Так, хорошо. Сейчас, конечно же, опять же, все зависит от того, какие карты мы сейчас получим. И как я смогу протянуть или нет. Вызовет ли он танков или нет. Вспомни, солнышко, вот его лучики. Так, это плохо. Хотя, нет, я могу сейчас бросить... я могу, например... А, что сделать? Мне нужно потрошение. Мне нужно потрошение на 4 урона. То есть я могу смертоносный яд бросить. Хорошо. Но я тогда слишком много наношу ему урона. Я начинаю жадничать уже. Называется это все. С другой стороны, вот этот товарищ там бы помог. Ах, что же делать? Два смертоносных яда я, опять же, не хочу на это тратить. Ах, ну что? Ну, скушаем еще 5 урона лицом. Что поделать? Ничего не поделаешь. Давай начнем. Просто его оставлять на столе нельзя, ни в коем случае. Так, идем дальше. Угу. Неприятно. Неприятно. С другой стороны, он не может полечиться, потому что он максимально здоров. Максимально здоров. Да. Еще раз смертоносный. Давайте сделаем так. Нанесем ему урон. Просто если я сейчас воспользуюсь гоблином-аукционистом, он убьет его своим оружием. Это будет грустно. Я очень-очень сильно расстроюсь. Так, шквал клинков бессмысленно. Я тоже бессмысленно просто идем дальше. Как бы... Может быть, волшебный момент не наступит. А может быть, наступит. Потому что я вдруг так... Да, ну черт, побери тебя. А я надеялся. Так, и этот секрет, это мне нехорошо. Хладнокровие. Что мы можем сейчас сделать? Так. Да. Помните, я говорил о тех случаях, когда колода абсолютно не работает? Ну, или может быть она работает, но я не могу додуматься до того, как заставить ее работать. Победа или смерть? Черт.
Так, потерять щит на абсолютно бессмысленной пустой вещи, но ничего. Вернем его в руку. Хорошо, идем дальше. Окей, ничего, не сдаемся. У меня еще целых 9 здоровья. 9? Или это... Да, освещение. Он решил меня добить. Все понятно. Освещение. Раз. 4 урона. Укрепление. Так. Следующая карта. Отравляй. Отравляющий. Ого-го. Эгэгэй. И что мы сделаем? Сделаем так. Сделаем так. Хорошо. Победа или смерть. Так. Хорошо, давайте отравляющий укол в этого бросим, чтобы потянуть новую карту. Хорошо. Так. Идем дальше. Я все еще жив. У меня все еще 4 здоровья. У него может быть оружие второе. Нет, освещение. Я еще не умер. У меня 2 здоровья. Миротворец Алдоров. Не страшно. Я его не боюсь. Я его ужасно, ужасно боюсь. Ну что, наступило время сумасшествия. Оружие, которое мы сразу же сливаем в шквал клинков. Чудесно. Оружие с 4 зарядами. Но я все еще жив, у меня 2 здоровья. И теперь я играю не в победи паладина, а выживи как можно дольше. Понятно. Нету гарантии с этой, колодой. Бывает. Ну что ж, видите, весело, когда весело. Когда нет, тогда ужасающе. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.